Всем привет! Приветик! С вами канал Ирочка Инфо, и вы смотрите интересные видео. Сегодня у нас очередной челлендж. Я буду угадывать вкус конфеток. Спасибо, что вы нам предложили этот замечательный челлендж. Ну, у вас и фантазия. Вы просто класс! Да, спасибо огромное. Этот челлендж будет не только интересным, но самое и очень главное, вкусный. Очень вкусным для Иры. Ну что, не будем терять время и начнем. Да. Вот наши конфетки. Давай, закрываем глаза. Да. Ты хитрюля, ты ждала этот челлендж? Да. Очень. Вообще у детей такая фантазия. Ай, мои волосы. Пишут очень много интересного. Спасибо вам за это огромное. Ну что, начнем? Начнем. Так, вот какие у нас вкусы. Я хочу вам показать. Вот такая упаковочка. Вот с такими вкусами. Следующее. Еще. Вот. Значит, вот. Здесь видите, что написано? Так. Вот. С каким вкусом? Да. И вот этот вкус, который вы все знаете. И вот такой вот вкус. И какой еще вкус? Ну что, начнем. Начнем. Это будет стакан воды. Где? Я тебе буду сама подавать, хорошо, не переживай. Салфеточка. И начинаем. Ура, давай быстрее. Так, Ирка, по чуть-чуть не всю конфету съедать. Нет, я буду кусать. Давай, откусывай. Ай! Что, твердый? Угу. Я хотя бы начинку откусила. А, есть начинка? Да, вот начинка видна, смотрите. Конечно, цвет не тот, но вот видно, что есть начинка. Угу. А так конфетка белая. Так, давай, угадывай, что это такое. Угу. Вкусненькая? Угу. Потому что я не пробовала такие конфетки. Ну да, на упаковке нарисовано, да, что белое. Апельсинчик? Апельсинчик? Угу. Давай еще раз подумай. Дай тебе еще кусочек. Угу. Выпьешь воды? Нет. Ну давай. Вот, открывай. Где? Рот. А. Вот тебе даю. Вытирай ручку. Яблоко? Нет, Ира, все, это клубника, Ира, ты что? Я думала, ты угадаешь, я специально начала с самого простого. На, запей воды. Да, Ира, ты начала не очень, вообще не угадала. Самое-самое обыкновенное. Обычно ты или конфеты какие-то другие, я не знаю. Ну, посмотрю. Вообще не чувствуется клубника. Ну, не знаю. Ну, смотри, запах клубники на конфет. Она еще раз готовим хоть. И как-то не почувствовала. Короче, Ирка это не угадала. Так, угадываем тогда вот этот вот вкус. Я думаю, что это ты должна угадать. Будет обидно, конечно, если ты это не угадаешь, Ирка. Вот как они выглядят. Так, давай. Откусывай. Кола. Молодец. Да. Ну да, запах вообще такой, как бы естественно, прям вот чувствуется, что это запах колы. Так, пьем воды. Угу. По глоточку, чтобы вкус сбить. Так, следующее, что мы начинаем. Они такой кислинкой открыты. Открываем вот эту вот упаковочку. И достаем какую-то конфетку. Вот посмотрите, какой у нее вкус. Тут нарисовано.
Ламасонга открывает. Это спанчика. Она тоже беленькая. И вот видно, что есть внутри начинка. Так, это с давай. Фантиком, да? Откусывай. Ай. Ну, кусай. Яблоко. Тоже яблоко? Нет? Нет. Я не знаю, ты эти конфеты вообще не угадываешь. Апельсинчик? Нет. Еще кусок. Давай, или ешь его уже весь. Ира, все, сосредоточься, это третья попытка. Правда, ты первый раз пробуешь эти конфеты, я не знаю, может, поэтому. Что, дай тебе глоток воды? Mm-mm. Ананас. Да нет, Ира, это вишня. Я вообще не знаю, что с тобой, мама. Дочь, ты не угадываешь эти конфеты. Потому так. Что... Эти конфеты очень твердые, и начинка не чувствуется. Не чувствуется? Давай выпей воды, может тебе вначале дать, чтобы ты как бы, как, запах учуяла. О, вот сейчас вишня чувствуется. После воды вот такой вот вкус, вот здесь нарисован, ясно видно. Хочу я вначале, ну так, да, по запаху ничего не скажешь. Так, выпила? Угу. Давай, готова? На, откусывай. Яблоко. Наконец-то, доча, молодец. Я за тебя рада, да, это яблочко. Это похоже на яблочный чупа-чупс. Да, давай, глоточек. Посмотрим, какие же здесь еще есть. Хотя нет, давайте вот эту вот упаковочку посмотрим. Угадает ли Ира, да? Да, угадает ли Ира. Пока Ира не угадала, пока только один вкус, да? Клубнику не угадала. Нет, я не угадала. Еще вишню. Что? А, и вишню, да, молодец. Видишь, какая ты внимательная. Короче, два угадала, получается. Два кока-колу и яблочко, а два нет. Давай, откусывай. Это поменьше откусывай. Значит, вот какой вкус. Видно сразу, что по цвету какой это вкус. Клубничка. Правильно, да. Молодец, умничка. Это клубничка. Она такая кисленькая. Кисленькая, вот то, что мы угадали. Как бы то, что мы уже пооткрывали. Да, ты выпила, да? Угу. Следующий давайте откроем вкус. А вот такой. Так, ты пока держи. Откусывай, я покажу, раскрою этикетку и покажу. Апельсин. Правильно, умничка. Классно, что угадала. Я уже все расстроилась, думала, ты не сможешь угадать эти вкусы. Так, следующее. Здесь их так много, вообще такая классная эта упаковка. Я думала, что это на самом деле неправда. Видите, сколько вкусов? Да, на самом деле они все есть. Вот Ира угадывает, какой вкус. Я открываю. Думаю, всем достаточно ясно. Ананас? Нет, Ирка, нет. Не ананас. Малинка. Малинка, правильно. Со второй попытки ты угадала. Умничка. На, выпей. Так. У нас здесь еще столько всего. Да. Да, это... А, нет, у нас еще один остался вкус. Давай, вот так, держи. Ты угадывай. А я покажу, что это такое. Вот это у нас. Видно, да? Да. Нет, точно. Дочь, это не ананас. Дыня. Это не дыня, это вот это вот. Это вот это вот, а я не вижу. Все, ты уже... Еще одна попытка, ты сказала. Ананас, дыня, еще что? Кокос, что ли? Нет, Ирочка, это персик. Это просто персик. Вообще не похож на персик. Не похож? Mm-mm. На, водички выпей. Да. Теперь открываем вот эту упаковку. И здесь тоже огромное число вкусов. Так. Но вот по вилам. Да.
Ты открываешь фантик. Я пока не могу понять. Давайте я открою с каким-то таким фруктом, чтобы был. Который тебе понятнее, да? Да. О, это посмотрите, какие конфетки. Классненькие такие. Что? А когда откроешь глазки, тогда увидишь. Ой. Что, твердые? Ну, очень твердые. Ага, значит, здесь не нарисована начинка, видите, а вот внутри получается. Тутти-фрутти. Ирочка, да, здесь действительно все-все очень много всего. Здесь... А, мультифрукт. А, это мультифрукт, я не знаю, что это. Нью, здесь получается... Да, подскажите мне, пожалуйста, дети, здесь тропические фрукты все. И на ананас, вот вижу, и арбуз. И получается и киви. Угу, арбуз чувствуется. Да, чувствуется арбуз. И вот, наверное, апельсин или манго, что это? Это, наверное, арбуз. Я хочу, чтобы посмотрели внимательно все этикетку. И вот мне, маме, написали потом в комментариях специально для меня, какие это такие конфеты, как они правильно называются. Здесь я читаю, что с тропическим как бы вкусом. Может, это тутти-фрутти, может, это мультифрукт. Наверное, какой-то мультифрукт. А где стакан? Так, вот стакан. Да. Давай следующую вкусняшку. Ням-ням. Вкусненько так. А главное, смотрите, все как красочно и красиво. Я обожаю яркие этикетки. Да. Мне очень-очень нравится. Где? А, вот. Какие вкусные вкусы. О, посмотрите. Что? Посмотрите. Ням-ням. Я ничего не вижу. Давай, откусывай. Кусочек. Вкусняшка. Я не почувствовала. Ну, давай побольше. Ничего не понимаю, правда? Давай. Давай, ну, еще. Лимончик? Да, правильно, лимончик. Еще остался один вкус. У нас вот такой вот. Что вишенка. Это? А? Вишенка. Это мультифрукт. Здесь идет клубничка. Клубничка? Да, лимончик. Вот этот первый попробовал, это клубничку, лимончик. И вот это, я не знаю, вот темненькое что. Наверное, действительно вишенка такая вот темненькая, не нарисована. Просто мультифрукт. А сейчас хочу, чтобы ты попробовала еще один вкус. Тоже очень вкусный и интересный. Я думаю, тебе понравится. Он тоже твердо кусается. Да, очень-очень твердо. Открой рот. Руки побольше рот. Все? Осторожно. Больше так не повторяй. Вы тоже не повторяйте это, прошу вас. Это чупа-чуп. Да, и салфетку. Да, но я понятно, что это чупа-чупс. Я хотела тебя обхитрить. А какой-то вкус, ты испугалась? А что это? Это черника. Нет, на, выпей. Она, я поняла, Ира испугалась и выплюнула его, она привыкла, что конфеты все вот такие, либо такие, а тут ей дали что-то такое неопределенно большое. Есть еще? Нет, открывай. Ты его выплюнула, вот он был вот такого вот вкуса. Я себе открою глаза? Нет, нет, еще и нет. Вот такого вот вкуса, я думаю, что видно. Так что чупа-чуп, с какого вкуса? Ты хоть почувствовала? Я не знаю. Он был яблочный. Это не яблоко. Я ничего не почувствовала. Так ты, как это, от страха, как глаза велики, у тебя от страха сразу реакция. Следующая классная упаковочка. Еще? Такая. Да, это тоже пишут, что новые вкусы. Вот как выглядит конфетка. Мама у меня прям... Ой, она тоже такая красивенькая, посмотрите. Красочная. Как я люблю такие вот цвета, какие-то вот необычные, яркие. Так, давай. Это не чупа-чупс, уже не переживай. А есть запах, вот чувствуется очень хорошо. Где это вот?
Вот это арбузик. Это арбузик? Угу. Мам, Эль, ты не знаешь, что это? Но это точно арбузик. Дочь, это не арбузик. Давай подумай еще раз. Я тебе дам еще раз. На. Если хочешь, на немножко воды. Вот, посмотрите. Видите, какая здесь начинка? Она действительно вот такого же цвета. И в этой начинке у нас вот все вот эти вкусы. Мультифрукт? Получается, что тропические, опять же, фрукты сюда входят. Ананас входит, что у нас? Дыня входит. Ты что, дыню не почувствовала? Я почувствовала дыню. Mm-mm. Не почувствовала дыню? Давай, открывай глаза. Ну, дыню ты не очень любишь, ты арбуз сразу почувствовала, я понимаю тебя. Вот, посмотри. Видишь, вот эту этикетку ты не отгадала. Так, один, ты не отгадала, да? Угу. Следующая чупа-чупс, ты, может быть, отгадала, но просто испугалась. Не отгадала. Так, эти не отгадала. Следующий, яблочко, отгадала. Угу. Малинку, отгадала. Потом что-то отгадала. Это тоже мультифрукт. А как отгадала? Он выглядит? Чупа-чупс? Нет, так, конфетка. Там, конфетки. От этой. Вот. Вот, посмотри, как выглядит. Ого. Видишь, какая красивая? Да. Да, такая красивая. Остальные все белые. Вот видишь, вот такие вот белые. Да. А эти самое красочные. Самое вкусное из этих было да, персик ты не отгадала, получается. Апельсинчик ты отгадала. Да. И что получается у нас ты не отгадала? А, ты не отгадала вот эти еще два вкуса. Получается, самое что обидное, что Ирка не отгадала клубничку. Первую. Как ты могла не отгадать? Смотрите, какая она. Клубничка. И это что? И ты это не отгадала вишенку. И вишенку Ирочка тоже не отгадала. Так, давай считаем. Раз, два, три, четыре, пять неотгаданных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 5, 6, 7. И 7 отгаданных. Ура! Там-тарам! Победила Ирка! Но, конечно, это испытание было сложное, потому что, видите, огромное количество вкусов. И все эти вкусы такие вот необычные. И конфеты такие Ира вообще не пробовала. Из этих трубочек Ира тоже никогда не пробовала. Мы специально подобрали, да, такие вкусы, но угадала. Но действительно, вот эти вот эти трубочки такие, такой имеют ярко выраженный вкус. Я вот его открывала, прям чувствовался вот вкус кока-колы, или вкус клубники, или вкус лимона. Ну что, мне очень понравился этот челлендж, он действительно интересный. И мы проверили Ирины вкусовые, можно так сказать, рецепторы качества твои. Ну, насчет чупа-чупса, никто не ожидал такой реакции. Ты его моментально... Ты его так, как будто я не знаю, что тебе дали пробовать. Реакция, короче, у тебя есть. Ну что? Говорите? Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал Ирочка Инфо. Я очень испугалась чупа-чупса, хочу сказать. Пишите комментарии, пишите челленджи и видео, которые вы хотите, чтобы мы сняли. И пока-пока. Пока-пока.